Первая сессия городского совета депутатов после летнего перерыва. Было рассмотрено 20 вопросов. Один из важных – это приватизация земли в районе аэропорта. Согласно новому законопроекту, в качестве доказательств будут приниматься технические паспорта, изготовленные еще в БТИ. Предусматривается использование в качестве доказательств строительства технических паспортов, которые изготовлены были до 31 декабря 2012 года. Установить подлинность данных документов после 1 января 2013 года не представляется возможным. У граждан сохранится возможность через суд доказывать, что они построили свои дома до 2015 года, ну, либо предоставляя иные доказательства, документы, например, об оплате электрической энергии и так далее. Следующий вопрос касался освобождения от уплаты земельного налога. Такими привилегиями может воспользоваться ипподром, поскольку на его территории запланирована модернизация. Данной льготой могут воспользоваться организации, созданные в целях модернизации коневодства с видом разрешенного использования земельного участка для размещения ипподромов и конюшен. В соответствии с федеральным законом проведена экспертиза данного проекта. В ходе первичной антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены. От уплаты земельного налога ипподром освобождается лишь на время ремонтных и восстановительных работ. Срок определен на 5 лет. Отмечу, что в будущем ипподром будет передан в акционерное общество «Дирекция спортивных сооружений». Юлия Пермякова, Алексей Ромашов. Новости дня.